Мушка или это тройничок? Тройник, но он с люрексом тоже, как мушка. Аккуратный твич и на паузе на он садится, короче. Не знаю, меня напрягает на твиче прям дома. Вот это единственный косяк пирса, что здесь кидать очень неудобно. Вот в этом плане он и неудобный.
Слышь-катушка, как у того дедушки работает. Он на паузе садится неплохо, когда он есть рядом. Это который облез? Догнал. Две такие поклевки были и догнал.
Сашка звонил, говорит, там типа на каждом забросе. Да ладно. Там тоже ветер, да, стих? А? Там тоже ветер стих. Скотина. Наныл? На что клюил? На плац. На нытье. На нытье, да. Спилькер, да, херак? Андрюх, будьте любезны, молодочек, сделайте два шага вправо. Вы крайне, крайне вам признательны. Держите, пожалуйста, социальную дистанцию. Да ладно, можешь лупать. Нет, не перетерся. Понятно, ладно, счастливо. Че? А эти че, черцами? Продолжение следует...
форма другая, от сфера светка похожая, тоже натуралка. Да. Даже на розовый раз клюнул, он не дотащил. Там не весь розовый, а чуть-чуть спинка у него розовая.